ты картофельный стрим идет, да, неожиданно с утра пораньше. Но, конечно, Warcraft и так было много, поэтому пришло время немножко разнообразить контент. Так что вас всех приветствую, с вами Павел Первый. И сегодня у нас на полку, так сказать, обзоров, критики и прочего попадает игра VR, то есть Holy Potatoes, VR in Space. Да-да. Очередная Индия, может быть, Индия, я не знаю, в общем, как обычно. Сюрпризов написали разработчики, хотите ключ? Да, хочу. Ну, держитесь, сыграйте. Надеюсь, что сыграете. Так что игра релизится 14 февраля, я только сейчас. После того, как ключик там не дали, я приступаю к этой игре, ну, потому что ни хрена не мог, ни хрена не хотел, и прочее. А, с утра, потому что, ну, я имею в виду, с утра провожу стрим, потому что у меня выходной сегодня, я в подкасте об этом говорил отдельно. И это единственное сейчас свободное и возможное время сделать хоть что-то. Чё надо, хозяин? Ах ты, сука, без моего присутствия чуть стримить не удумал, падла. Хорошо, что я только пришел, пиздюк. Музыку убавь, да. Да я уже тоже некуда эту музыку убавил. Не знаю, куда еще убавлять. Она, хотя она и вправду громкая. Дико громкая почему-то везет, ну, выходной посреди недели втыкать, везет ли это, не знаю. А, так, ну я сделал тише сделаю, не успокойся, селедка, блин, нафиг ты в это говно переименовался вообще, та селедка была лучше. Ладно, давайте, наверное, играть начинать, что ли, посмотрим, что за игрушка такая. Ну, вроде сделано неплохо и доброкачественно. Тебе не уйти, старый друг. Не смей меня так называть, Хайл! Пора три глаза, Джираджа. Это что, пародия на гаранжу, что ли? Все, что я делаю ради спасения вселенной. А-а-а, самовлюбленный ботан! Можешь обижать себя в чем угодно, но все смерти и разрушения нельзя... Ой, все смерти и разрушения нельзя ничего спасти. Столько лет, и ты все никак не поймешь. Я пытаюсь спасти мир от великой опасности. А какой ценой, Хэл? Цена невинных жизней? Нет! Я буду стоять в день дня пути до последнего вздоха. Какое разочарование. Когда варик? Сколько варика было в последнее время? Успокойтесь уже. Перерыв на варик, все. Впрочем, не важно. Все равно сдавайся прямо сейчас. Что ты собираешься делать? Сражаться с затмением? С нашей армадой солнца не разглядеть? Не купи. И тебе хватило наглости оставить название прежним. Затмение совсем не то, что было. Хватит болтать, старый друг. Видно, придется получить тебя урубу разуму. О, господи. У него аж эти ушки на шлеме задергались. Ох, Тор. Что ты... Что с тобой? Так, давай. Пока ты лаешь, да не кусаешь. Все, сейчас будет какая-то битва, все повисло нахрен. Ова. А, мы проучим этого глупца, но нужно действовать быстро. Когда его вроде заработает, у нас начнутся проблемы. Джираджа, я знаю все твои трюки. Мы так долго сражались вместе. Тебе меня не одолеть. Я всегда был лучшим пилотом. Какая-то пошаговая стратежка. Выберите оружие на панели управления, щелкните по корпусу вражеского корабля, и когда будете готовы, щелкните по кнопке огонь. Так, ну давайте с этого начнем и вот так вжух.
Окей, огонь. Жух! Кудыщ! Ова! Досвидос. Нет? Живой еще? Твои жалкие орудия. Что-то там. Космический заряд. Меня обстреляли, шок. Окей. Щит используется для защиты орудий или корпуса. Защитите одно из орудий, щелкнув по номеру соответствующей ячейки на панели щита. И когда будете готовы, стреляйте в его корпус, как раньше. Подождите, щелкните по номеру соответствующей ячейки на панели щита. А где панель щита-то? Я чё-то не врубаюсь, где панель щита? Таран... Так... Соответствующие ячейки на панели щита. Я не вижу, где панель щита, я слепой. Что это такое? Горохомет, корпус. Контрольная щита, казанмерда. Казанмерда нету, блин. Так, стрельба. Ага, во. Выберите ячейку орудия или корпус, чтобы прикрыть его щитом. А, вот же, тьфу ты. Вот она. Все, щиты включены, пацаны. Вжух. Вжух. Привет, Кость. А, блин, где я тебе Андермердос достану, если он на этом универе сидит? Учится, типа. Твои жалкие орудия, ничто! Перед тобой больше космический заряд. Пи-пиу-пиу-пиу. Вот так вот. На, получи. От лазеров не убежишь. Надо только успеть расправиться с тем, прежде чем он нас достанет. Не стоит недооценивать Джираджу. Лазерное орудие к бою. Вы не должны промахнуться. Это такой скользкий тип. Слышь, сфига ли ты неуязвимый-то, а? Окей. Щиты мы все еще держим. Давайте его орудие уничтожать, что ли. Жух. Мазила. Че это такое? Так, горохомет какой-то, ракеты, понятное дело, громовой гудок, таран. Давайте другие попробуем орудия. Например, гудок. Хотя я сомневаюсь, что он сработает. Так, на. Шикарно. Мы уничтожили его лазерное орудие, он все ближе. А вот и крупный калибр. На его корабле гораздо больше орудий, чем у нас. Ладно, попробуем что-нибудь еще. Кажется, я знаю, что делать. И я пытался говорить с тобой по-хорошему, дружище. Но разговор окончен. Достаем туза из рукава. В бою можно использовать особые навыки пилота. При этом не тратится ход, но может расходоваться заряд. Щелкните по навыку стазис бок. И в какой жопе мне этот... А, вот он. На нафиг. И ничего не поделаешь! Стазис блок! Ах, а ты чё, больнешься ли, селёдка? Мы заблокируем его корабль! Шансов немного, но мы его попробуем расстрелять. Аррррр, вечно ты со своими трюками, Джираджа. Это просто задержка! Да-да-да. Гаранжа, гаранжа.
кода есть, чтобы вы поняли. Огонь! Ола. Одно оружие мы уничтожили. Мы оглушили этот корабль. Это наш шанс вывести его из строя, но будьте бдительны. В добром виде врага есть разные виды оружия, чтобы узнать больше видов оружия, нажмите клавишу А или кнопку справки во время в правом верхнем углу на экране. Окей. Что это за... Ах, ларак-ларак. Не знаю, чё там разработчики курили, но забавно же выглядит-то. Всё, ща вжух будет большой такой. Пиу! Так, оказывается, горохомет это мощное оружие. Так. Все в бой же вступили. О, ладно. Баба! Так, добегаю прямо. Нам нужно выжить, чтобы сражаться дальше. Почему ты меня не слушал? Не попытался понять, если ты не на моей стороне, тебе не следует существовать. Уничтожить их! Так! Опа, экстренный прыжок, прыжок, джух! 14.50, 11 спустя. Эй, что ты просил меня купить? А? А, что за батла? Сколько можно тратить времени на дневник Джиджи? Кэсси, я пытаюсь вычислить, где они держат Джиджи. Кто-то такие эти они и ты. Короче, любая хреновина может оказаться зацепкой, которая поможет найти его. Ой, аварак, хватит. Джиджи похитили полгода назад, хоть миллион раз прогляди его дневник, ничего не изменишь. Кстати, я же забыл сказать про интерфейс стрима. Это вообще не на эту игру делается, а на другую. Я для этой игры отдельно хотел сделать интерфейс, но не успел, в общем. У меня уже в голове было как-то сделать все. Ну ладно. Пусть пока будет этот стиль. А пока вы можете думать, на какую игру он планировался. Это как бы намек на прохождение. Так, ну почему странное? Посмотрим дальше, что там будет. Ну, если бы кое-кто не пролил на него кофе, я могла бы найти в нем что-нибудь ценное. Ну, проливший кофе по дневнику не плачут. Единственным уцелевшим куске он ударяется в воспоминаниях, хвастается победой в бою с затмением. Том самым, о котором нам он еще в детстве уши прожужжал. Дедушка, конечно, пилот хоть куда, но не настолько, что про гаранжу говорят, что ли. Выдержать бой с флагманом затмения, за штурвалом которого стоял сам Хэл, сам звездный пример затмения. Кто бы пережил такое? Хэл. Звездный пример затмения. Какие-то намеки пошли всякие, но... Только это сложный прикол, избранные только поймут. Пойди он в лобовые, у нас не было бы корабля, ты только глянь на эту посудину. Эй, это не посудина! Корабляй себе! Прекрасное имя! Такое имя, что ли? Да, кстати, об имени. Правда классно! Я в сети не нашла! Генератор крутых и классных имен. Господи, посмотрите на нее. Нет, она ужасная, надо его менять. Как ты можешь? Интергалактический без глютеновый бесплатный супребу Дарида овощи измельчающий бакчипсов. О, господи. Роковой корабль бесконечной ярости. Прекрасная, отлично подходящая. Блин, как будто в какую-то Диабло 2 окунулся, где такие названия всякие с мозга выносящие. Аларак, игра на прохождение, сразу говорю. Так что твой Overwatch отпадает, а Quarantine, ты даже не знаешь, что такое. Глупая и длинная. О, господи, это чё, подбородок у нее такой, что ли, или чё это торчит?
Вот это такое, господи. Фу. Только сейчас... О боже, что? Это что за монгол? Сама ты глупая, длинная. Ой, спор баб. Все ясно, ясно, ясно. Три точки. Помогите. Ну и ладно. Попробуй придумать имя получше. Как называешься наш корабль? Ваш корабль Светлячок. Против архимондов как раз. Против архимондов. Ой, как назвать корабль, а? Блин, не помещается тут дальше, жалко. Сговносящий. Все. Как насчет его нельзя называть? Это дурац. Хотя ладно, вполне себе имя. Пусть будет. Блин, точно, надо было Саука его назвать. Так. Кстати, что ты здесь делаешь? По идее, ты должна была заняться оборудованием мастерской медотсека. Точно! Вот что тебе понадобилось в звездодроме. Ладно, дай мне пару минут. Ты давай, поэкономни там. У нас на исходе чипсы и ресурсы. Почему... Чипсы с цензурой написано какое-то, а? Что это? Почему так? Что вы против чипсов имеете? Мы обе знаем, что это не по моей части, но ресурсы можно добыть. Пара исследований, дело в шляпе. Окей, дело в шляпе, так в шляпе. Так, вся игра повисла. Что ж, заделано. Панель левой... В левой верхней части экрана можно посмотреть, сколько у нас 3D и топлива. А, это ZD. Чипс, валюта. Так, как только показатель здоровья корпуса достигнет нуля, можно сказать всем прости-прощай. Берегите корпус любой ценой. На панели справа отображаются наши ресурсы и чипс. Ой, да! Вы в точку попали с этими... С этой валютой чипсы. Лишнее напоминание о нашей бедности. О, точно. Мы находимся на звездодроме. Именно тут можно закупить все, что нужно Фэй. Щелкните по кнопке «Звездодром» в левой нижней части экрана. Хап. Окей. Звездодромы стремятся привлечь как можно больше съедобных, и потому нередко... Съедобных? Чё? В смысле съедобных? Господи, потому нередко предлагают бесплатную заправку и ремонт. Надо заглянуть в магазин улучшений и запастись всем необходимым. Щёкни по магазину улучшений Космотехцентр. Так... А, так, что нам нужно? Фэй хочет оборудовать медотсек и мастерскую. Купите медотсек и мастерскую. Так, улучшение крафта до первого уровня. В косарь баксов. Окей. Медотсека. Так, так, так. Окей, топовый медотсек. Кроватку с подушкой купили. Блеск, мы купили все, что нужно на... Нужно к герцогине, пора возвращаться на корабль. Окей. Окей. Мы на корабле. О, привет, привет. Наш экипаж собрался на борту. Каждый из них настоящий талантище в своем деле. Их навыки очень помогут нам в пути. А теперь самое интересное. Займемся оружием. Вот как мы будем создавать оружие. Сюда можно зайти в любой момент, нажав... Ай. Закройте окно, щелкнув по крестику в правом нижнем углу. Так, можем собирать новое орудие, отправив члены экипажа детали в мастерскую.
Так, ну тут ничего не работает пока. Чтобы команда принялась за дело, надо отдать им приказы. Попробуйте отправить их на рабочее место с чертежом. Опа. Нужна деталь. Опа. Работа и порядок. Мы их к делу представили. Они провозятся... Соу другой, так что можно заняться другими делами. Выйдите из этого отсека, нажав кнопку выхода в верхней части экрана или с помощью кнопки прокрутки. О, великолепно, мы получили первую задачу. Прежде чем отправиться в следующую галактику, надо выполнить все задачи. На правой нижней панели мы видим, сколько солов осталось до появления в окрестностях прихвостней затмения. А, это типа гадать или дни тут считается. Окей, вот он, солы. А, нужно прыгнуть в следующую галактику, прежде чем закончится солы, иначе беды не избежать. Помните, каждое исследование, перелет или ожидание ход занимает солу. Чтобы открыть карту галактики, щелкните по кнопке перелет. Окей. На карте галактики можно увидеть все планеты. Сейчас мы находимся на звездодроме. Надо найти планету Берри. На ней есть пометка задачи. Так, окей. Тут больше нет планетки. Ну, поехали. Что тут у нас? Перелет. Расход топлива 19. А где у нас топливо? Что-то хоть похожее на топливо. Окей, ладно. А, вот топливо, вот оно. В левом верхнем углу. Ну, по крайней мере, верхний интерфейс не перекрывает, это уже хорошо. Окей. Полетели? Жух! Добро пожаловать на планету Берри. На экране обзор можно увидеть все выполненные и невыполненные задачи, не только это. Давайте посмотрим, закончив щек, где повернуться на корабль. Окей. Дело сделано. Блеск, мы добрались до планеты Берри. Надо по-быстрому смотреть ее вместе с Фей. Так, выполнить задачу. Я так понимаю, вы крутитесь вокруг той очаровательной планеты. Что ж, начальник всегда потому, что прав. Ты растратил все чипсы. Этот стрим слишком графонистый. Лучше бы мою игру постримил. Капа. Тоби Фокс, а ты кто? Лучше бы мою игру постримил. Это случайно не тот, который мне ВКонтакте писал тоже? Хз. Ладно. 5 зрителей. Ну, у Тревора что-то хотел. Привет, Крюй. Дрыхнут. Все в универе уже. Какой там дрыхнут. Так. Да-да-да. Да, стратил все чипсы. Ну, ты чё, охренел все чипсы тратить? А я считаю, что мы здесь, чтобы обогатиться. Надо брать трофеев. А ты задуда. Скажу сразу, что у нас на исходе? Все? Ты бы загуглил, кто такой Тоби Фокс. Ты прёшь. Тоби Фокс. Ясно все. Селёдка, опять ты, да? Или не ты? 10 очков Дуффинпую. Что это такое? Это цветы и картофелины. Вот что это такое. Я Ноктевран, и ты это отлично знаешь. Ой, в Гарри Поттеров играем. Но это я. Ну это я так. Делай, что нужно, Кэсси, не тормози. Еще пара слов, и прислужники затмения нас догонят. Что, опять Хэши Браун? Вот надоеды, не понимают они нас, женщин. В смысле нет, значит нет, и все такое. О, ясно, бабы. Не поделились с ними, как всегда. Ох, ж эти бабы зло. То есть, когда я мечтал, что кто-то будет готов пересечь всю вселенную ради меня... Я имел в виду не это. Совсем не это. Да уж, не хотелось бы разлететься на атомы или хуже того попасть в камеру ребят из затмения.
Так что наше дело разограбастать на этой планете все, до чего затянемся, вернуться в Звездотрон, не вести корни, пока эти парни нас не сцапали. Наш корабль еще от прошлой встречи с ними не отошел. Да, госпожа Вэй, раб трудиться, трудиться, боя слушаться. Пора заняться исследованием, но прежде чем стремиться к поверхности планеты, нужно выбрать оружие для мостика. Окей. Здесь мы выбираем оружие и экипаж для мостика. Обратите внимание на параметры оружия. Навыки экипажа влияют на параметры оружия. Так, что тут? Хочу самое мощное оружие себе. Горохомет. И вот это. Господи. Развивалась, блин. Благословенный. Так, ну, видимо, нам нужен экипаж. Спец по лазерам. Спец по крафту. Порядок. Похоже, мы закончили. Здесь все дела. Выйдите из этого тек, нажав кнопку выхода в верхней части экрана с помощью прокрутки. Так, проще. Пора изучить эту планету и поискать добычи. Щелкните по кнопке исследования в правом нижнем углу, затем щелкните по кнопке начать. Пора изучить эту планету и поискать добычу. Щелкните по кнопке исследования в правом нижнем углу, затем щелкните по кнопке начать. Так. Правом нижнем углу. Ладно, начать. Жух, поехали! Тан-та-та-та-та-тан-та-та-та-та-тан-та-та. Наш радар засек странный металлический ящик, болтающийся в космосе. Вы хотите бы оттянуть его и посмотреть, что в нем или как? Кажется, сканеры не смогут толково просканировать. Берем на борт. Они берут ящик на борт и открывают его. Он весь заполнен всякой ерундой, которую они запихивают в хранилище ресурсов. Ничего ценного в ящике нет. Ах, как обидно, я надеюсь, что там будет какое-нибудь сокровище. Он получает эффект ослабления. Что за ослабление-то? Какое ослабление, алло? Это тяжелое вооружение может доставить проблемы. Пожалуй, стоит целиться в корпус. Мы не знаем пощады. Блин, посмотрите на этого майнкрафтовского пирата. Господи, квадратная машина. Какой-то спанч-бомб. Вот он внизу, кек, воу. Дизель взял мусор и расслабился. Так, ну все. Воу, дождь пошел. Каждый ход нейтрализует ожог. Круто. Так. Надо посмотреть, что более сильное. А давайте корпус нахрен пробьем. Окей, ладно. Огонь! Пу! Ау! Больно же! А корпус-то целенький. Ибо нефиг. Короче, горохомету. Бой. Ну блин, не уничтожил его. Сейчас точно уничтожил. Шикарно. Боевой корабль отважно пытается купить возможность сбежать за 557 чипсов.
Дадим ли мы сбежать жалким пиратам? Или как? Копический гопник. Как думаете, дадим сбежать этому ублюдку? Или же не дадим? Кстати, ульта какая? Наносит урон равно 10% максимального здоровья корпуса, как пользователя, так и корпуса противника. Наносит небольшой дополнительный урон, противник в зависимости от заряда, и заряд при этом поглощается. Килхим, ах вы, год ты жестокий. Короче, извини, но тебя тут это не выпускает отсюда, в общем, поэтому... Бжух! Бабах! Боевой твой корабль отважно сбежит через 3 хода. Соупоки, блин. Пью-пью! Опа, смотрите, мы и так 557 баксов получили еще сверху при этом. Ой, как надо играть. Вот так вот нафиг. Помощь старшим. Кэсси и Фэй возвращаются на корабль, замечают упавшую пожилую даму. Ее покупки высыпались и раскатились повсюду. Помогать даме, похоже, никто не намерен. Должны помочь бабулечке, морковке. Или что это такое? Вот на что это похоже, блин? Всем привет, Москве, передай привет. Привет, Москве. Бабулечка, гоу. Ой, Кэсси подбегает к пожилой леди луковице. Ах, это луковица, лоу. ПКВ забирает разлетевшиеся покупки. Они провожают старушку домой, ее сын благодарен за помощь и передает им некоторую сумму чипсов. Чипсы плюс 350. Окей, бабло получили. Вот так вот, помогли бабульке, получили 350 баксов. Опа, это что за... Это что за перчик? Это, вот это, знаете... Херня, в которой соль, перец ложится. Что это такое? Господи. Смотрите, это тяжелое вооружение может доставить проблемы. Пожалуй, стоит целиться в корпус. Оставь нас в покое! Пожалуй, стоит целиться в корпус, кричит. А тут щиты. Пусть работает. Ну, пожалуйста. Аве Мария! На нафиг. Щиты не пробили. Стрим не по Warcraft, ну да, ты чё хотел? Да-да-да, пытайся. Так, щиты вроде живут еще. Это хорошо. Говорак, я еще на этом акцент сделал ведь. Когда ставил туда. Но оно урон наносит больше всего после этого гороховой фигни. Теперь мы еще с этим стаканчиком дружим. Мы его только что уничтожили. Что за ВТФ? Одно только вот это жирное не радуется. Как? Встречи. А одной встречи не было, воу. Привет, Арван. Так, ну нашли ресурсы. Та-та-та. Все вроде неплохо. 2 достижения. 11 спустя, 8 осталось. Ух ты, вот это было круто. Пора заглянуть в Фэй, рассказать ей. Готово дело. Этого должно хватить. Не хватает золота, слушай.
Эх, придется обойтись малым. Ой, господи, опять лицо монгола сделала. Что значит обойтись малым? Ты ведь хотела сказать спасибо, о, спасибо, о, капитан, мой капитан, за все твои труды, теперь я сделаю тебе коктейль из нашего каспобара. У нас кончились каспалимонный сок и Вовка. Вовка. Ну, разумеется. Вы не добили, точнее, почти добили, так что глотни взамен этого освежающего напитка. Взамен этого освежающего напитка. Освежающий напиток это вода? Серьезно? Вода. Вотер. Она освежает, так что все верно. Затралено. Ужасно. Будет еще и хуже, если мы не тронемся в сторону звездных врат. Это что, намек на врата эти? Орочи. Кто знает, тот поймет. Битва за портал. Нам надо рвануть в другую галактику, какую угодно, лишь бы сбить их со следа. Окей. Ни минуты покоя. Эх, значит, назад на звездодром. У них есть Вовка. Полагаешь, за время пути чипсов станет вдвое больше? Нет, нет, нет. Хватило бы обычного, нет. Вернитесь на звездодром. Пора драпать. Надо... совершить прыжок в следующую галактику, пока нас не догнали. Хэш с Брауном. С отменением к Звездным Вратам. Поехали. Летим обратно на звездодром. Жух! Ну, вроде пока все забавненько даже. Надо же, мы уцелели. Интересно, есть ли у Фэй новые задачи для нас? Щелкните любую задачу. Мы снова с вами, расплатившись долгами, с чипсами, добитыми карманами. О боже, посмотрите на нее, а. Как она радуется. Зависимая от Вовки, да-да-да, действительно. Кэс, во имя вселенной, не пиши стихи. Хе-хе-хе, я стану окубнительным поэтом, хотя нет, зачем. Я уже на вершине, я звезда. Фейспалм. Да-да, тебя и дозвали в честь горских звезд, Кассиопея. И меня тоже. Я что, тоже звезда? Что еще за ботва? Я сияющий солнце, центр вселенной. Вокруг меня танцуют все планеты. Та-та-та-та-та-та-та. А ты дудишь, как старая гневушка, так и заплестевеет недолго. Господи, смотрите, как она ржет. У нее челюсть вываливается изо рта прям. Станешь рыхлая и раздуешься, как утопленник. А у нее лицо, как, знаете, какой-нибудь тролля имел, знаете, как в фильмах, в кино всяких троллей. Я тролль, ты меня заколебала, я тебя есть и пить. Итак, куда мы на этот раз? Без разницы, мы по-прежнему без понятия, где держат Джи-Джи. Каранжу, что ли? Тогда я, как всегда, ткну наугад в панель координат. Да, куда угодно, только подальше отсюда. Если ты хочешь напоследок что-то прикупить на звездодроме, валяй, сюда мы не вернемся. Ладно, ладушки, дедули, мы идем, мы без понятия, где ты, но рано или поздно тебя разыщем. Ох-хо-хо, терпеть не могу прыжки, но нам лучше унести ноги, пока сюда не заявилось затмение. Чтобы совершить прыжок в другую галактику, еще ноги по звездным вратам на звездодроме. Слышь, не было тут раньше таких. Врат. А купить типа ничего нельзя, да? Ну ладно. Нам только щелчок по вратам доступен.